Во вторник, 3 сентября, в регионе дан старт избирательной кампании. В Гомеле состоялось первое заседание областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Члены комиссии выбрали председателя и заместителя, а также утвердили режим работы. Председателем областной избирательной комиссии единогласно избран Алексей Неверов. Через несколько минут стало известно имя заместителя председателя – Тамара Лукьяненко. Василий Зубец избран секретарем комиссии. На этом же заседании утвержден режим работы. С 10 часов утра до 19 вечера в будние дни и с 10 до 14 по субботам. Номера телефонов областной избирательной комиссии 33 43 15 и 33 43 01. Заседание комиссии завершилось вручением ее членам соответствующих удостоверений. Из 14 членов комиссии 4 выдвинуты политическими партиями и 5 общественными организациями. Остальные трудовыми коллективами и гражданами путем сбора подписей. В состав комиссии вошли люди уважаемые, достойные, отработавшие некоторые из них не первую избирательную кампанию. Поэтому думаю, что это и позволит нам провести эту избирательную кампанию на высоком организационном уровне.